Для макарон нам понадобится 220 грамм сахарной пудры, 120 грамм миндальной муки, 120 грамм белка или 4 белка и 80 грамм обычного сахара. В миске смешиваем сахарную пудру и миндальную муку. Хорошо все перемешиваем и обязательно просеиваем. Те крупные крошки, которые в конце останутся, выкидываем. Миксером взбиваем 4 белка или 120 грамм белка на высокой скорости, постепенно засыпая сахар. Белки взбиваем до тех пор, пока они не будут хорошо держаться при переворачивании миски. Затем к взбитым белкам по чуть-чуть всыпаем сухую смесь и аккуратно размешиваем круговыми движениями снизу вверх, чтобы наша масса не осела. Тесто должно получиться немного жидким и немного густым, чтобы медленно стекало с лопатки. Тесто из кондитерского мешка отсаживаем на силиконовый коврик, либо на пергаментную бумагу, где уже нарисован трафарет. Слегка постукиваем макаронцы об стол, чтобы они немножко растеклись. И оставляем сушиться на 30 минут, чтобы при прикосновении пальчиком он не прилипал к поверхности. Готовим соус. 100 мл жирных сливок, доведенных до кипения, выливаем на 100 грамм белого шоколада и размешиваем до полного растворения шоколада. И добавляем 1 чайную ложку любой пасты. Я использовала клубничную. Крем отправляем в холодильник, чтобы он хорошенько загустел. И с помощью кондитерского мешка отсаживаем начинку для макаронс. По желанию можно добавить разные ягоды, клубнику или малину.